Вы знаете, обе российские команды лидируют 1-0 в своих парах. Сили против Родригеса 8 секунд. 8 секунд. И вот к этому, конечно, защитники, а Родригес – это разыгрывающий защитник, они воспринимают, наверное, с большей радостью, чем даже когда забивают трехочковый. Заставить соперника ошибиться именно вот здесь, на своей половине поля, это дорогого стоит. Родригес – смена, но смена равноценная. Эванс ставит Родригесу заслон. Лидей обыгрывает Гиста и забивает 2 очка.